Всем огромный привет! Сегодня в этом видео посмотрим с вами новинки из магазина Светофор по адресу город Краснодар, улица Новороссийская, 240. Желаю всем приятного просмотра. Начну с товаров для хранения. Товары из пластика, и также здесь и кашпо. Небольшой ящик для растений, 122 рубля, объем 9 литров. Набор горшочков из 5 штук. Такие горшочки, в принципе, продаются уже давно, но они есть не во всех светофорах. Цена 228 рублей. В наборе 5 штук. И, в принципе, можно выбрать разные цвета, но вот этот набор, он разъединен. Универсальный контейнер, 7 литров, цена 117 рублей. Это недавняя новинка, выглядит вот таким образом, довольно яркий, симпатичный. Его можно использовать как для хранения пищевых продуктов, так и не пищевых. Контейнер на колесиках, цена 516 рублей, 46 литров. Довольно большие и вместительные. Пластик, ну, средней толщины, довольно легко прогибается. И к ним дополнительно крышка, она, кстати, входит в комплект. Вот такие короба для хранения, они складные. Внутри картон, сверху какой-то нетканный материал. И есть несколько расцветок, синий, бежевый. И еще вот такой зеленый. Такой вариант. Цена, если не ошибаюсь, 120 рублей, тут просто цены нет. И вы только посмотрите, какую классную новинку я нашла. В магазине появилась мебель, которую собрали. Это единственный, наверное, магазин, который сделал витринные образцы. Давайте повнимательнее посмотрим. Обувница из ЛДСП белого цвета. Вот таким образом открывается. Ширина 58 сантиметров. Это вот эта ширина. И глубина 24 сантиметра. Высота метр. Высота метр. Другая обувница уже в другом цвете. Высота 60 сантиметров. Цена 2749 рублей. Шкаф-пенал для стиральной машины. Вот это вот классная новинка. Внутри видно, что есть две полки, то есть три отделения. Шкаф довольно вместительный и высокий. У него высота вообще 1,80 м, ширина 64 сантиметра и глубина 33 сантиметра. Цена 2735 рублей. Я этот шкаф показывала, но не было его в собранном виде. Здесь как раз собрали. Стеллаж-тумба на 8 секций, цена 1641 рубль. Высота 1,148 м. Глубина 24 сантиметра, и вот эта ширина 58 сантиметров. В принципе, такой достойный вариант. И такие стеллажи, они дешевле, чем в других магазинах. Появились полки для ванны угловые, трехъярусные, с хрома, цена 557 рублей. Качество, кстати, хорошее. И сразу в комплекте идут крепления. Стеллаж Макси на 6 полок, цена 3027 рублей. Высота 156 сантиметров. Этот стеллаж продается давно, но он продается еще и в разных цветах. В этом магазине что-то типа или дуб Санома, или светлый орех, как-то так называется цвет. Так, давайте пойдем посмотрим дальше. Из пластика также тут продаются ведра, цена 98 рублей. Из недавних новинок панели 3D самоклеющиеся, очень симпатичный цвет. Размер 50 на 70 сантиметров. Так, это, скорее всего, наверное, не та панель. А, это мозаика. Цена 154 рубля. Вон ценник. Размер 30 на 30 сантиметров. Вот. И вот разные варианты есть. Бокс для хранения пластиковый. Кстати, довольно небольшой. Крышка створки вот так открывается. Цена не указана. За 171 рубль недавняя новинка. Это контейнер на колесиках, прямоугольный. Есть удобная ручка.
В отделе текстиля недавняя новинка. Это плед из материала волсов. Он очень мягкий, но он довольно тоненький. Упакован в сумочку, она застегивается на молнию, есть ручки для переноса. И размер 200 на 220 сантиметров. Цвет серый, розовый и персиковый цвет. Единственное, что цены не вижу, но если не ошибаюсь, цена 860 рублей. Полотенце серого цвета с красивым вот таким узором. Это 100% хлопок. Размер 60 на 130 сантиметров. Производитель Узбекистан. Полотенце также есть еще в синем цвете и в зеленом. Цена полотенца 335 рублей. А вот, кстати, цена пледа 885 рублей. Кухонные полотенца по цене 27 рублей. Появились новые расцветки. Серое полотенце появилось с котом вот с таким симпатичным. Это 100% хлопок и размер этих полотенец 38 на 60 сантиметров. Полотенца такие тоненькие, но они очень хорошо впитывают влагу. В магазине также продается одежда, например, детские платья 100% хлопка. Данное платье для девочек 7 до 8 лет. Однотонная. Цена такого платьишка 198 рублей. Сарафаны на тонких бретелях. Это тоже 100% хлопок, яркая расцветка. У сарафанов есть по бокам карманы. Вот такой вот вариант. Цену я не вижу на эти сарафаны. Платье тоже для девочек уже другого кроя, чем-то похоже на футболку, но к низу расширяется. Это тоже 100% хлопок, размер с 11 до 12 лет. Женские футболки 100% хлопка. Данная модель размер 48. Очень приятная на ощупь, мягкая. Цена всего 173 рубля. Женское нижнее белье всего по 26 рублей в составе бамбук и спандекс. Я думаю, что это синтетика, потому что даже на ощупь тоненький материал и хлопка здесь получается совсем нет. Еще написано, что есть женские султанки с карманами на резинке, цена 292 рубля. Похоже, это вот эти вот штанишки, вот такие вот симпатичные. И по бокам, кстати, есть кармашки. Вот такой вот вариант. Теплые махровые носочки. Очень приятные. Вот этот вариант для мальчиков. Очень симпатичные. Так, это, наверное, вот цена 123 рубля. Также продаются носки вот такого плана. Но, скорее всего, наверное, вот эти обычные носки 123 рубля. А вот именно на махровые цены я не вижу. 100% хлопка можно приобрести наволочки. Цена 214 рублей. Разные расцветки. Это, кстати, вот продается простынь, а наволочки вот такой вот вариант. Есть яркие вот такие, детский вариант. Простыни продаются по цене. Сейчас посмотрим. Так, на простыни почему-то нет цены. Если не ошибаюсь, цена 335 рублей была. Простыни на резинке в двух цветах. Сиреневый очень красивый цвет и такой темный фиолетовый. Сейчас посмотрим, сколько стоит. Так, вот она, трикотажная на резинке, 555 рублей, размер 160 на 200. И вот, кстати, комплект простыней, не то что комплект, а цена на простынь, полутораспальная и двухспальная по одной цене, 337 рублей. Из бытовой химии появилась новинка, это кондиционер для белья, можно использовать как для детского, так и для взрослого. Это концентрат 5 литров. Написано для всех типов ткани. Цена 442 рубля. Белизна
Это гель. Упаковки литр, цена 42 рубля. Кондиционер для белья с нежным ароматом. У него на самом деле нежный цветочный аромат. Цена 184 рубля. Недавно в магазин завезли вот такой спрей для очистки стекол и зеркал. Сразу же со скребком. Очень удобно, что не надо пачкать руки. Нанес и тут же скребком убрал. Цены почему-то, к сожалению, нет. Капсулы для стирки 195 рублей. В упаковке 22 штуки. Если кто-то пользовался, напишите, понравились они вам или нет. Еще одна новинка, это скотч, 68 рублей за такую бобину. Если я не ошибаюсь, я вообще такой скотч большой покупала по цене 99 рублей. Здесь 120 метров и ширина ленты 48 миллиметров, то есть почти 5 сантиметров. Хотя и цена достойная, поэтому кому надо, приобретайте. Еще одна недавняя новинка, это ролик для чистки одежды, и уже в комплекте идет два сменных ролика. Набор таких роликов стоит 89 рублей, точнее два блока сменных. Отлично чистят они шерсть животных, крошки разные. О, еще одна, кстати, новинка. Магазин в этот раз прям радует новинками, давно в нем не была. Это подвесной блок для унитаза. Написано, что удаляет ржавчину, известковый налет и естественное загрязнение. В такой упаковке три подвесных блока. Цена 91 рубль. И аромат. Аромат, я так поняла, лимон, наверное. Да, аромат лимон. Больше других ароматов я не вижу. Еще одна новинка, это стиральный порошок, написано акварель. Акварель, так интересно. Короче, это что-то, видимо, имитация Ариэля, наверное. Здесь 9 килограмм, написано, что предназначено для 60 стирок, для белых, цветных и темных тканей. И цена 345 рублей. В отделе посуды тоже появились новинки. Это набор стаканов Allegro. Цена 260 рублей за 4 стаканчика. Упакованы они в картонную коробку. Выглядит вот таким образом. Кстати, очень симпатичная. Объем стакана одного 470 мл. Большое блюдо для запекания из опалового стекла. Цена 764 рубля. Точнее, это форма для запекания. Следующая новинка – это бокалы для вина, 4 штуки, цена 792 рубля, но бокалы очень красивые, вы только посмотрите, какие они крупные. Достать, конечно, их тут проблематично, все очень упаковано, крепко, не знаю, сейчас если получится. Вот такой вот, смотрите, бокал большой, я думаю, что цена достойная. Набор ножей, цена 297 рублей. В наборе три ножа, лезвие из нержавеющей стали. Следующая новинка – это набор бокалов для воды и вина. В комплекте три штучки. Вот такой вариант вытянутый. Цена 308 рублей. И стекло с таким вот желтым оттенком. И есть вариант зеркальный, вот такой вот. Еще одна новинка – это форма для запекания, объем 2 литра 750 из жиропрочного стекла, цена 362 рубля, очень симпатичная форма, она небольшого размера, не очень тяжелая и упакована вот в картонную коробку, поэтому будет очень удобно транспортировать. Еще одна новинка, ну просто магазин сегодня радует, я очень рада, что вообще заехала в этот магазин и столько новинок увидела. Это набор посуды «Бьянка». Цена 1792 рубля. В наборе 18 предметов. В комплект входят тарелки обеденные, глубокие, десертные. Каждого по 6 штучек. Выглядят тарелочки вот таким образом. Смотрите, какие симпатичные. Кстати, стекло довольно плотное. Снаружи глянцевое, а с обратной стороны матовое. Тут в двух цветах. Этот комплект серый и этот синий. Очень симпатично смотрится.
красивая ваза для фруктов из стекла. Она, кстати, не очень тяжелая, упакована в картонную коробку. Салатник по цене 172 рубля. Ну или ваза для фруктов, или салатник. Объем 1,5 литра. Кстати, вот такой набор контейнеров, мне кажется, это новинка, потому что я до этого их не видела. Цена 140 рублей. Упаковки аж... Ой, сейчас возьму аккуратно. 5 контейнеров. Посмотрите, как они аккуратно все помещаются друг в друга. Самый большой контейнер объемом 2 литра 600 и маленький 0,33. Можно их использовать в микроволновой печи, замораживать и также мыть в посудомоечной машине. Так что вот такие универсальные контейнеры, цена всего 140 рублей. И давайте заглянем в холодильник, посмотрим, что там появилось новенького. Сразу при входе появился рассольный продукт. Выглядит вот таким образом. Я так понимаю, это сыр, наверное. Цена 174 рубля, упаковки 500 грамм. Слайсы чизбургер для бутербродов. Цена 120 рублей. Это плавленый сыр. 144 рубля. Сыробогатов со вкусом колбасок копченых. Ну, охотничьи колбаски. Вот такой вот вариант. Гауда. Тоже сыробогатов. Цена 144 рубля. Вот это тоже новинка. Кстати, сыр мягкий, сливочный, лярис. 70% жирности. Стоит он 216 рублей. Рикотта продается уже давно, 151 рубль. И сыр плавленый президент тоже, в принципе, продается давно. Цена 132 рубля. Обычный сливочный и вот со вкусом ветчины. Появилась еще новинка. Это колбасный плавленый сыр копченый. Цена 177 рублей. Вот так вот он выглядит. Хороший выбор разных йогуртов. Но вот данный продукт, это йогуртный продукт, называется Alpenland. Сливочный, цена 16 рублей. Выглядит вот таким образом, со вкусом абрикоса, персик и маракуйя. Йогурт Эпос, черника и клубника. Цена 21 рубль. Это уже 22 рубля. Это уже не продукт йогуртный, а конкретно йогурт. Из мяса куриные крылышки 170 рублей. Вот они. Голень индейки тоже 170 рублей. Появилась новинка 298 рублей. Фрикасе в маринаде. Это филе индейки. Сардина холодного копчения 256 рублей за килограмм. На йогурт соло сейчас акция. Покупаешь 2, платишь за 1. Йогурт со вкусом кленового сиропа с грецким орехом. Цену, к сожалению, я не вижу. Вот. Еще есть вот такой вот йогурт Данон. Написано «доступный». Он с ароматом персика со вкусом. Ну, написано, что это йогуртный продукт. 44 рубля цена. На этом обзор заканчивается. Спасибо, что заглянули ко мне на канал. Не забывайте подписываться. Всем отличного настроения. До скорых встреч. Пока-пока.